Всем привет, с вами Перри Стоун, это программа «Фестиваль Манны». Спасибо за то, что смотрите нас. Хочу поделиться с вами очень ценным самородком. Как вы знаете, мы разбирали тайны в притчах Нового Завета. У меня есть целое учение на DVD на эту тему. Там я рассказываю о том, что многие из этих притчей рассказывают либо о конце времени, либо о возвращении Христа, либо о том, что будет во время Его возвращения. Суды, отделение пшеницы от плевел и так далее. Но есть одна притча, над которой я размышлял несколько дней назад, и один стих буквально ожил для меня. А вы уже знаете, что это означает? Знаете? Так вот, читаешь что-то, и оно оживает. Я понял, вот где мы сейчас. На прошлой неделе я говорил об опасности нового меча сатаны. Посмотрите эту программу и узнайте, о чем я там учил. Сегодня что-то вроде продолжения. Мы поговорим о сезоне самой большой атаки на вашу веру. Это название сегодняшней проповеди, переживая сезон самой большой атаки на вашу веру. Послушайте внимательно. Я хочу прочесть вам первый стих, а потом мы поговорим. Это притча из Евангелия от Луки, 18 глава. А вот и наш стих. Это слова Иисуса. «Сказываю вам, что Бог подаст им защиту вскоре». Но Сын Человеческий, придя, то есть когда вернется Христос, найдет ли веру на земле? Именно этот стих ожил для меня недавно. Во-первых, многие из вас верующие, и вы слышите прекрасные учения о вере в своей церкви. Но почему вера так жизненно важна? В послании к евреям, 11 главе, рассказывается о разных людях в Библии и о том, как их вера принесла удивительные результаты. А еще Павел написал, да, я считаю, что Павел, именно он написал послание к евреям. Так вот, он написал, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. На греческом слово «осуществление» означает «держать» или «поддерживать». То есть вера — это поддержка того, на что мы надеемся. А далее в послании к евреям, 11 главе 3 стихе, сказано «верою познаем мы, что века устроены Словом Божьим». Но я хотел бы сфокусироваться на первых двух словах этого стиха. «Верую познаем» или «понимаем». То есть, понимание приходит через веру. Понимать значит задействовать разум так, чтобы постигнуть полностью. То есть, верой мы понимаем, что Бог создал небо и землю. Нет-нет, мне нужно рассмотреть это под микроскопом. Нет, не нужно. Я могу принять это верой. Если вы профессор, и если вы хотите сказать мне, что когда-то было кипящее озеро, и оно остыло, а потом одна клетка столкнулась с другой и сформировала амебу, которая потом переросла в более сложный организм, который потом вышел из озера, отрастил ноги и глаза и избавился от хвоста, а потом стал человеком, то я считаю, что для этого нужно больше веры, чем для того, чтобы поверить в то, что вначале Бог создал небо и землю. Я могу поверить в то, что божественное существо, существующее в другой вселенной, создало все. И в это мне поверить легче, чем в теорию эволюции. Для того, чтобы поверить в эволюцию, нужно больше веры, чем для того, чтобы поверить в то, что божество заложило божественный порядок, любовь и сострадание в сердца людей. Если мы эволюционировали, то откуда взялись все наши эмоции? Сострадание, справедливость, откуда все это появилось? Мы были созданы по подобию Бога. А это Его характеристики, но это совсем другая тема. Итак, в 6 стихе сказано, что без веры невозможно угодить Богу. Угодить значит сделать счастливым или принести удовлетворение. Итак, вера поддерживает нас, когда мы надеемся получить то, о чем мы молимся. Верой мы понимаем, а еще своей верой мы делаем Бога счастливым.
А вместо того, чтобы перечитывать притчу из 18 главы Евангелия от Луки, давайте я расскажу вам, о чем она. В притче рассказывается о вдове, у которой не было ни мужа, ни помощи родственников, а еще у нее был враг. Ей нужна была юридическая помощь от судьи. Для того, чтобы получить то, что ей нужно было обратиться к судье, чтобы тот рассмотрел ее дело и вынес решение в ее пользу. Она идет к судье, и, возможно, из-за того, что она была бедной или неважной, судья игнорирует ее. Поэтому она приходит снова, а он снова игнорирует ее. И так было несколько раз, но суть в том, что она была настойчивой и не собиралась сдаваться. Со временем судья понял, что эта вдова никуда не уйдет. И поэтому судья говорит: «Она не дает мне покоя. Если я не решу ее дело, она не успокоится». Он выслушивает ее дело и выносит правильный приговор. Иисус подчеркивает, что судья сказал: «Я защищу ее». В оригинале это слово означает «отомстить за кого-то» или «наказать». Затем Иисус говорит о тех людях, которые неотступно молятся. И Он говорит, что защитит или отомстит за своих избранных. А если мы прочитаем эту притчу в привычном нам переводе короля Иакова, который использует большинство, то увидим там слово «отомстит». Но на самом деле в Евангелии от Луки, 18 главе, используют два слова совершенно разными значениями. Когда судья говорит «я отомщу», это означает «я заступлюсь за нее и накажу того, кто ей досаждает». А когда Бог говорит «я отомщу за моих избранных», то это означает «я сделаю так, что это произойдет». Иными словами, «я услышу их молитвы и сделаю так, что произойдет то, о чем они молятся». Именно это имеется в виду в 18 главе 7 стихе, где Иисус говорит: «Бог ли не защитит избранных своих?» Послушайте меня внимательно, потому что я хочу показать вам то, что может прозвучать как противоречие. Да, это может прозвучать противоречиво. Когда Иисус переворачивает эту притчу и говорит, что она имеет отношение к верующим, которые следуют за Ним и молятся Богу, Он говорит две вещи. Бог ли не защитит избранных своих, хотя и медлит защищать их? Это означает, что ответ будет идти долго. Думаю, с этим вы согласитесь, потому что притча рассказывает о том, как вдова ходила и ходила. Потом снова ходила и ходила. То есть ей понадобилось много времени, чтобы привлечь внимание судьи. И в толковании этой притчи Иисус говорит: «Да, Бог ответит вам, но вам, возможно, придется подождать». А затем в 8 стихе Он добавляет: «Подаст им защиту вскоре». Минуточку. Так на это уйдет много времени, или это произойдет вскоре? И это похоже на противоречие. Сначала Он говорит, что ответа придется ждать долго, а потом говорит, что ответ придет скоро. Но на самом деле тут нет никакого противоречия. Суть в том, что будет казаться, что ответ идет очень долго. Но когда все это начнет происходить, это будет очень быстро. Иными словами, вот он, ваш ответ. Он идет и идет, а я молюсь, жду, верю, и тут раз — и все произошло. Тут нет противоречия. Да, ответа придется ждать долго, но произойдет все довольно быстро. Возьмем, к примеру, книгу Даниила, когда он попал в ров со львами. Бог еще до этого закрыл пасти львам. Господь говорит: «Еще до того, как ты позвал, я услышал и ответил». Затем, в 10 главе книги Даниила, пророк постился и молился 21 день. Он получил видение от Бога, но не мог его понять, и он спрашивает Бога: «А что это такое?»
Ответ пришел через 21 день, но лишь потому, что ему мешали прийти. То есть в случае со львами не было никаких задержек или помех в получении ответа, а во втором случае были демонические силы, которые не давали ангелу Божьему принести ответ Даниилу. То есть ушло много времени, потому что Даниил молился 21 день. Однако, как только ангел вырвался, что произошло? Ответ пришел очень быстро. Точно так же часто происходит, когда мы просим Бога о чем-то. Мы не всегда получаем мгновенный ответ, но мы не сдаемся. Мы должны держаться за исповедание нашей веры и не колебаться. Если мы не будем держаться за него, то мы начнем говорить против этого, а если мы начнем говорить против, это может остановить или сильно замедлить процесс прихода ответа. Поэтому мы не должны говорить слова неверия или негативные слова, противоречащие тому, о чем мы просим Бога. А вот наш ключевой стих. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Земля — это везде, поэтому можно толковать этот стих так. На момент возвращения Христа будет дефицит настоящей веры на земле. А поскольку речь идет о молитве, то это будет дефицит веры в то, что ответы на молитвы приходят. Послушайте меня внимательно. Это не просто притча о том, что происходило во времена Иисуса. Иисус использует эту молитву, чтобы объяснить, что будет на земле перед его приходом относительно людей, которые ищут его, молятся и просят его о чем-то, а ответ не приходит. Именно поэтому нужно твердо держаться. Это греческое слово означает «хвататься» за исповедание вашей веры и не колебаться. А самое важное здесь — именно не колебаться. Я уже много раз говорил вам, что нужна вера с горчичное зерно, чтобы увидеть, как Бог делает что-либо. Это очень маленькая вера, но ключ в отсутствии неверия. Если кто скажет горе сей и не усомнится в сердце своем, ключ не в размере веры. Можно иметь простую веру, но при этом не иметь неверия. И в этой притче показан тот же духовный принцип. Нужно молиться и держаться за свою молитву, молиться и держаться за свое исповедание. Опасность в том, что у наших молитв будет столько помех и столько отвлекающих факторов, что мы устанем, опустим руки и не пожнем наш урожай. Мы начнем унывать, сдаваться, перестанем ходить в церковь, разозлимся на проповедника, уйдем в другую церковь. И так будем жить в замешательстве до конца наших дней. Это очень важно. А сейчас я поделюсь с вами своим откровением из этой притчи. В конце времен, а это в последние месяцы или годы перед приходом Христа, в жизни людей накопится столько проблем, что многие из них будут склонны сдаться. Они начнут задумываться над тем, чтобы сдаться и сойти со своего духовного пути. Люди будут разочарованы в служителях, в церкви, и они сдадутся и перестанут ходить в церковь. Скажу вам, когда вы предстанете перед Богом, то не сможете оправдаться тем, что вы обиделись на кого-то и ушли из церкви. Это не оправдание. Оно не пройдет, когда вы предстанете перед Богом. Учтите это. Во-вторых, эта притча говорит о том, что в конце времен люди будут молиться, но они устанут ждать ответа. Вначале люди будут сдаваться, а потом они устанут ждать ответа. Далее, в-третьих, из-за того, что ответа придется ждать слишком долго, люди начнут терять веру. Хочу повторить то, что я сказал, потому что на каждой программе у нас всегда есть новые зрители. Последние 2 года чаще всего люди спрашивают,
Я не читаю все письма сам, мне помогает команда, и они рассказывают мне, что я получаю много вопросов о том или об этом, а затем, по возможности, я отвечаю на эти письма. И то, что происходит в мире сейчас, тоже вызывает много вопросов на основании того, что люди видят вокруг. Вот какие вопросы я получаю. Я молился и постился за мое исцеление или за исцеление близкого человека, а это исцеление так и не пришло. Или же «я молился за исцеление близкого человека, а он умер. Я не понимаю. Я верю в пост и молитву. Но почему же он умер? Я молилась за нашу семью, но муж оставил меня или жена оставила меня. Он оставил меня с детьми и просит развод, потому что влюбился в другую. Мужчины, хочу сказать вам кое-что о других женщинах. Не оставляйте проверенный товар. У вас хорошая жена. Она убирает за вами, стирает ваши вонючие носки и трусы, моет посуду, воспитывает детей, готовит еду. Брат, это проверенный товар. Оставайся с той, которую ты когда-то полюбил. Библия говорит, вернитесь к своей первой любви. Поэтому вернитесь к своей жене, любите ее и наслаждайтесь жизнью с ней. Не знаю, к кому именно я сейчас обращался, но я пытаюсь помочь вашему браку. Отцы и даже матери бросают свои семьи, а объясняют это тем, что они просто устали. Так возьмите отпуск, съездите куда-нибудь, идите помолитесь. Помолитесь хорошенько 2, а то 3 часа. Может, вас это удивит, но вы можете молиться за свои проблемы. Я молился, но Бог меня не слышит. Нет, Он все слышит. Откройте книгу Даниила. Библия говорит, что Бог слышит вас с первого раза. Но в вашей жизни есть разные люди, разные обстоятельства, упрямые и неугомонные люди, лжецы, обманщики и так далее. И Богу нужно время, чтобы решить вашу ситуацию через всех этих людей. Зачастую ваша проблема — это не дьявол, а сами люди. А еще часто враг использует людей, которые даже не подозревают об этом и очень обижаются, если вы говорите им о том, что враг использует их, чтобы вредить другим. Ладно, вернемся к теме. Некоторые люди говорят, я молюсь, даю десятину и приношение, но я остался без работы. Дело в том, что есть очень много причин, почему все происходит так или иначе. Я знаю случаи, когда люди молились за исцеление кого-то из своих родных, а втайне этот человек говорил своим друзьям, «Я так настрадался, что я хочу уже Господу». Его желание быть со Христом было сильнее, чем желание остаться, несмотря на любовь к семье. А в моей жизни тоже были люди, которые совсем недавно ушли к Господу, и они вот так и говорили, «Я хочу уже быть с Иисусом. У меня была прекрасная жизнь. У меня есть дети и внуки. Но послушайте, я хочу уйти к Иисусу». Нельзя удержать того, кто хочет уйти к Господу. Много лет назад жена позвонила мне, я тогда был на служении в Миссури, и сказала, что одна сестра из нашей церкви умерла от рака поджелудочной железы, хотя церковь молилась за ее исцеление. Мы молились, но она умерла. Люди были шокированы этим. Они говорили, «Бог же исцеляет, так почему Он забрал ее?» Но оказывается, та женщина говорила по секрету жене пастора, «Я прожила хорошую жизнь». Я много лет служила Богу, на тот момент ей было за 60. Я уже хочу уйти к Господу. Я не хочу сражаться. Затем жена пастора рассказала церкви об этом. То есть, она пожелала быть с Господом. Даже Павел говорил об этом. «Я желаю быть со Христом». Его забили камнями, но Бог воскресил его из мертвых. Он мог утонуть во время кораблекрушения, но Бог спас его.
Павел сказал, «Мне лучше оставаться с вами ради Евангелия, но мое сердце на небесах». То есть, ради вас я останусь здесь, но я бы охотнее отправился на небо. Я пытаюсь сказать, что иногда нам не все известно. Это касается тех ситуаций, когда кто-то не исцелился. А что касается потери работы, то я рекомендую вам всегда возвращаться к книге Иова. Он лишился здоровья, всех своих детей, дома, бизнеса. Он был миллиардером по нашим меркам, но он полностью обанкротился. И он сказал, «Ни с чем я пришел в этот мир, и ни с чем уйду». Но упование мое на Господа, таким было его отношение до самого конца. И в конце Бог все изменил, когда Иов помолился за своих друзей. Я хочу обратиться ко всем тем, кто столкнулся с серьезными проблемами. Во-первых, это когда ваши близкие уходят на небо. Во-вторых, нам нужно быть такими, как Иов. У всех нас свои испытания и трудности. Все мы периодически проходим через это. Но когда вы продолжаете доверять Богу и говорите, «Я этого не понимаю, Господь, разберись с этим, потому что я не знаю, что мне делать», это займет время. Но мы должны смотреть в будущее не на то, что мы видим сейчас, а то, что Бог сделает через 4 или 5 месяцев. Я знаю людей, которые лишались своих партнеров, но потом Бог приводил в их жизнь кого-то нового, и они говорили, «Я не понимаю, почему так произошло, но несмотря на все это, у Бога был план». Запомните, если ваша вера переживает атаки, держитесь, потому что у Бога есть план. И пусть, когда Он вернется, Он найдет в нас веру, потому что время уже последнее, и сами вы это очень хорошо понимаете. Я знаю это точно. Пожалуйста, не переключайтесь, досмотрите программу до самого конца, потому что самое важное я говорю в самом конце программы. Поэтому оставайтесь с нами, а я вернусь к вам буквально через 1 минуту. Будьте благословенны. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с 7 печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пелла. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS DVD за $95. Вот как вам сделать заказ.
Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль Манны и дальше мог выходить в эфир. Мы живем величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открыто, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередаче. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Иссахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь Дом Свободы в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье. Так что присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину Его Церковь. Это Оуэнсборо. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсборо, ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницы по воскресенье. В конце марта фестиваль «Воин».